Всем привет! Меня зовут Елена. Приближаются новогодние праздники, и все мы готовим подарки своим родным, близким, друзьям и коллегам. Но, как говорится, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками или книга. Но так как наш мастер-класс о творчестве, сегодня я хотела бы предложить вам несколько вариантов оформления вашего новогоднего подарка. Мы попробуем сделать новогоднюю открытку. Эта открытка будет сюрпризом. Также мы сделаем новогоднюю свечу в технике декупаж и попробуем оформить новогодний подарок. Я предлагаю начать с изготовления открытки. Итак, наша открытка состоит из нескольких частей. Ее основа – это декоративный картон, 270 грамм. Я взяла красный. Также у открытки есть основа. В основе мы вырежем подарки. И будем использовать разнообразные декоративные элементы, любые, какие у вас найдутся. Наша открытка непростая, наша открытка с сюрпризом. Но на самом деле все это сделать очень легко и просто. Внутренняя часть открытки у нас состоит из трех объемных подарков. Сейчас мы займемся изготовлением обложки нашей открытки. У нас есть такое белое окошко. Я вырезала его из гофрированной белой бумаги. Добавила звезды, надпись и немного снега. Наша открытка почти готова, но я предлагаю вам на этом не останавливаться. Мы сделаем ее еще оригинальнее. Я предлагаю добавить ленту, приклеив ее между внутренней частью и основной. И таким образом завязать открытку. То есть, чтобы это был такой сюрприз-сюрприз. Итак, друзья, наша открытка готова. На мой взгляд, она получилась очень душевной, теплой, новогодней. Она получилась вот с таким сюрпризом приятным. Здесь вы можете написать свои пожелания в новом году. А еще, я думаю, что тот, кто получит эту открытку, будет счастлив.